Со зимних равнинных пастбищ на прохладные и обильные горные луга. Стадо, ведомые пастухами, проходят сотни километров, чтобы оказаться там, где трава посочнее. Сейчас мелкий рогатый скот направляется из Бабаюртовского района в Казбековский. На это уйдет неделя. Ну, в этом году все хорошо, условия все, травостой все есть, дожди есть. Раньше вот год назад такого не было, почти пустыня, почти Калмыкия была. Ну, жалоб нет, собственно, потихоньку двигаемся. Позади стрижка и кубка овец. Эти две процедуры необходимо обязательно провести перед перегоном мелкого рогатого скота. Летом под толстой шерстяной шубой животным очень жарко. Окупают их в растворе, чтобы не переносить паразитов. Свои правила и при перегоне овец. Вот я представляю, сейчас им особый уход нужен, внимание больше нужно, поэтому как бы покровительствую, да, вот этим двойняшкам. Это двойняшки. Одиночки идут следом. Разделение по группам правильное. Бараны ушли впереди, ярки следом, двойняшки, потом одиночки. Травостой нормальный, дожди в этом году есть, природа благосклонна. Полную инспекцию провели, с чабанами, с бригадирами поговорили. Все идет в штатном режиме. На летнее пастбище этой весной должны уйти около 1,5 миллиона овец. Сейчас животных в некоторых районах республики перевозят транспортом. Но еще остались хозяйства, где делают это старым традиционным методом. Патимат Ханапов, Мурат Пикбарзов, Новости ННТ.